Здравствуйте, меня зовут Ирина Грачева, я санкт-петербургская яхтсменка, и сегодня я расскажу вам об океанских гонках, об океанских гонках в одиночку и о женском опыте океанских гонок по всему миру и, в частности, в России. Почему мы вообще все здесь собрались? Эта серия лекций создана благотворительным фондом «Свет дети» в поддержку онкобольных детей. И питерские яхтсмены, питерские капитаны и общественные деятели выступают с серией из 5 лекций, одна из которых моя. Выступаю в поддержку Саши Суходулова, мальчика с лимфомой Ходжкина. Это рак лимфатических узлов. Саша уже прошел достаточно долгий путь к излечению, он заболел почти 3 года назад и сейчас находится на пути к выздоровлению. Ему была успешно проведена операция по пересадке костного мозга, но он столкнулся с проблемой с реакцией трансплантант против хозяина, то есть новые клетки, пересаженные ему, начали атаковать организм Саши. Для того, чтобы справиться с этой проблемой, ему нужно провести курс приема препаратов. И именно на эти лекарства фонд, и мы с вами сейчас собираем деньги и пытаемся помочь Саше, чтобы он поскорее выкарабкался из этой тяжелой истории и, наконец-то, задышал полной грудью и начал жить на полную. Итак, обо мне. Я спортсмен-любитель, и я начала заниматься парусным спортом в Санкт-Петербурге. Занимаюсь уже больше 23 лет. И за это время я прошла путь от детской спортивной школы, от кадета. Я никогда не ходила на оптимисты, сразу начала с кадета. И до одиночных трансатлантических гонок. В гонке мини-трансат я участвовала в прошлом 2019 году. Мой путь был не самым простым, но был очень интересным. У меня не было никогда возможности выступать или гоняться профессионально. Та детская спортивная школа, в которой я занималась, это было после перестройки в 90-е годы. Школа была достаточно бедной и не могла снабдить спортсменов матчастью и отправить их на соревнования. Поэтому мы ходили в центральном яхт-клубе в Санкт-Петербурге, недалеко от базы. Но у нас был замечательный тренер Волкова Юлия Алексеевна, которая привела нам огромную любовь к морю. И благодаря этому я сейчас и помыслить не могу свою жизнь без парусного спорта и занимаюсь им вот уже больше 23 лет. После этого, после детской парусной школы, я попала в экипаж уже на килевую яхту, где смогла узнать гораздо больше и начала реализовывать себя. Меня интересовали все аспекты паруса и навигация, и как это непосредственное управление яхтой и настройки. И мне все время хотелось взять на себя ответственность, все время хотелось самой поучаствовать, самой попробовать. И, слава богу, в моем экипаже такая возможность была, и постепенно я росла, шаг за шагом, брала на себя больше ответственности, но и больше отдачи получала от спорта. Что мне нравится в парусном спорте, это то, что, во-первых, этим спортом можно начать заниматься в любом возрасте и достигнуть хороших результатов в любом возрасте. Во-вторых, то, что ты развиваешься, то есть у тебя нет ограничений к развитию. Парусный спорт заставляет тебя узнавать и заниматься абсолютно всем вокруг, интересоваться всем, углублять свои знания и пробовать те вещи, которые ты до этого никогда не пробовал и, скорее всего, даже не попробовал бы, если бы тебя не угораздило попасть на яхту. Поэтому парусный спорт – это для меня уже даже не хобби, а стиль жизни, наверное, можно так сказать. Я ходила в сборных экипажах, на килевых яхтах, ходила на все более и более большие дистанции, участвовала все более и более именитых гонках.
И в какой-то момент мне стало интересно, что же я могу сделать одна, что же будет, если на яхте буду только я и не будет никого вокруг, кто может помочь, кто может подсказать, кто может, может быть, исправить мою ошибку или с кем можно посоветоваться. Чего стою именно я, если я останусь один на один с яхтой и один на один с океаном? И в какой-то момент я узнала, что есть такие яхты, есть такой класс, класс мини. Лодки всего 6,5 метров в длину, гоняются во Франции. И самое главное для них регата – это мини-трансат. Регата через Атлантический океан в одиночку, без посторонней помощи, на вот этих вот маленьких яхтах. И тут-то я подумала, что вот это вот мое, и что я могла бы попробовать, что яхта достаточно маленькая, чтобы я могла с ней своими силами физически справиться, а остальные знания у меня вроде бы есть, а чего нету, я подтяну. И таким образом в 2017 году я начала свою компанию «Мини-Трансат», и в 2019 году вышла на старт этой гонки. Но о гонке «Мини-Трансат» мы поговорим чуть позже. А сейчас давайте посмотрим и заглянем немножечко назад на историю океанских гонок вообще и, в частности, на историю одиночных океанских гонок. Итак, все началось в далеком 1960 году с гонки «Остар». Это трансатлантическая гонка без остановки, и первым ее победителем стал англичанин Фрэнсис Чичестер. Фрэнсис стал сэром за все свои победы, за все свои достижения в парусном спорте, но заниматься парусным спортом, увлекаться и ходить на яхтах он начал аж в 50 лет. И на момент победа в своей первой одиночной трансатлантической гонке, ему было уже около 60. Первую кругосветку тоже совершил Фрэнсис Чичестер. Это была кругосветка по классическому, теперь ставшему классическим маршруту, то есть с запада на восток с огибанием Великих мысов. Сначала проходится мыс Доброй Надежды, потом проходится Южный океан, мимо Австралии и мимо мыса Гор, и возвращение обратно в какие-то атлантические воды, откуда ты стартовал. Этот маршрут классический, потому что он проходит по преобладающим ветрам, то есть более или менее с попутным ветром. И этим маршрутом когда-то ходили клипера. Сэр Фрэнсис проделал свою первую кругосветку в одиночку с одной остановкой. Он остановился в Сиднее, в Австралии. Для парусного спорта это было что-то особенное, это было что-то, что раньше считалось невозможным. Вдохновившись достижениями Фрэнсиса Чичестера, уже французы взяли на себя большую долю славы в одиночных гонках, и Эрик Табарли был таким форвардом французского парусного одиночного спорта. Он выиграл гонку «Остар» в 1964 году. Гонка эта проводится раз в 4 года. И установил рекорд скорости через Атлантику в 1980 году. Вообще Эрик Табарли был знаменит тем, что он занимался парусным спортом с детства, он попал на яхту первый раз вместе с своими родителями, у его семьи была яхта, и он был настолько влюблен в море и парусный спорт, что это стало его жизнью. Он строил, конструировал самые современные, самые быстрые яхты и катамараны, устанавливал на них рекорды, гонялся гонки в одиночку. У него неисчисляемое количество побед и неисчисляемое количество достижений. Эрик Табарли является французским национальным героем. Но самое важное, что он сделал для популяризации парусного спорта, он показал и доказал на своем примере, что парусный спорт – это не элитный спорт, что парусным спортом могут заниматься практически все.
И сейчас Франция является лидером, мировым лидером, одним из мировых лидеров в парусном спорте и, безусловно, мировым лидером в одиночном океанском парусном спорте. Наверное, во Франции парус также популярен, как футбол. И имена известных яхтсменов во Франции на устах у всех от мала до велика. Третьим значимым человеком в развитии одиночного паруса можно назвать сэра Робина Нокс-Джонсона, который выиграл гонку Golden Globe, которая проходила в 1968 году по 1969 год. Гонка шла также с одной остановкой, остановка в Австралии, и занимала у участников практически целый год. То есть примерно полгода без остановки, короткая остановка, и еще полгода в одиночку опять без остановки. Гонка была достаточно трагической. Она принесла гибель одного из яхтсменов, который совершил самоубийство. Несколько лодок затонули, было много аварий, много повреждений. И с тех пор гонка не проводилась до 2018 года. В 2018 году гонка была возобновлена также сэром Робином Нокс-Джонсоном, и на старт вышли яхтсмены из разных стран, но правила были такими же, как в 60-х. Без посторонней помощи, без электроники, без GPS, только крововолновое радио. Сэр Робин Нокс-Джонсон гордится тем, что он привел в парусный спорт более 5000 человек. С тех пор, как он прошел ту известную и тяжелую гонку, он, не покладая рук, занимался образованием, занимался организацией парусных соревнований и создал уникальный в мире проект. Это Clipper Race. Гонка вокруг света для всех желающих. Уникальность этой гонки, она проводится и сейчас, уникальность ее в том, что гонка проходит на достаточно больших и более или менее современных яхтах, а принять в ней участие может реально каждый, от офисного клерка до школьного учителя. То есть, как это говорится, опыт не требуется. Но все, конечно же, не так просто. Перед тем, как принять участие в этой гонке, конечно же, все члены экипажа проходят не отбор, а обучение. И это входит как бы в пакет гонки, в пакет самой гонки. Яхты идут вокруг света с несколькими остановками. И присоединиться к экипажу можно либо на какой-то конкретный этап, либо пройти всю гонку целиком. Сейчас, конечно, как я говорила, Франция является столицей одиночного океанского парусного спорта, и мы говорим именно о одиночном парусном спорте. Наверное, самым главным местом во Франции на данный момент является Лориан, где проходит подготовку почти все спортсмены, которые решили выйти в одиночные кругосветки или одиночные трансатлантические гонки. Даже англичане очень часто приезжают во Францию, чтобы готовить свои проекты. И Франция, безусловно, имеет всю инфраструктуру, чтобы готовить спортсменов и чтобы проводить эти гонки, имеет организации, проводящие с большим опытом. И все это поставлено на такую очень широкую ногу, и все это очень здорово, очень красиво и очень-очень вдохновляет. Современный одиночный парусный спорт тоже в основном принадлежит Франции, и начинается все с регаты мини-трансат. Наверное, по размеру лодочек мы пойдем. Итак, мини-трансат, регата на лодках размером 6,5 метров. В одиночку мы пересекаем
поскольку я хожу в этом классе, мы пересекаем Атлантику в гонке в два этапа. Первый этап из Франции на Канарские острова, и второй этап уже безостановочный через Атлантику, сейчас на Кариб. Очень спортивный французский класс «Фигаро», и сейчас новое поколение лодок, лодки с крыльями или, как мы говорим, с фойлами, «Фигаро-3». Этот класс собирает самых перспективных и самых сильных спортсменов, которые гоняются в таком формате некого кубка. То есть это несколько этапов, каждый из которых является какой-то уже законченной регатой. И по прохождении всех этапов выявляется победитель. В классе «Фигаро» все происходит очень спортивно, с большим напряжением, то есть там ходят уже профессионалы. Если в классе «Мини» ходят в основном любители, это первая проба пера для одиночников, то «Фигаро» — это уже следующий этап. «Трансквадра» — гонка тоже через Атлантику для другого типа яхт. Эти яхты немножечко поспокойнее, и напряжения там такого вот спортивного, как в классе «Фигаро», нет. Это, скажем так, мероприятие для людей уже постарше. Стартует из двух мест, из Атлантического побережья Франции и Средиземки. Также промежуточный финиш. Вот в прошлый раз был на Мадейре. И уже через Атлантику без остановки на Мартинику. Гонка «Ру-ди-Ром» проходит в один этап, стартует из Франции в последний раз в 2018 году. Гонка стартовала из Сан-Мало и финишировала на Гваделупе. В этой гонке участвуют сразу несколько классов яхт. Это свободный open-класс «Ру-Мона». Там есть какие-то ограничения по длине. Но, в общем и целом, яхты разные. Класс 40 – это не монотип, это как бокс-рулс, то есть все яхты более или менее похожи, немножко отличаются конструкцией. Аймока 60, Аймока 60 – это те лодки, которые гоняются гонку Венди Глоб в одиночку вокруг света без остановки. Ром Мульти – это очень демократичный класс тримаранов. Мульти 50 – уже менее демократичный класс тримаранов с большими скоростями. И самый дорогой ультим – это те тримараны, на которых совершаются рекорды скорости вокруг света. Гонка «Венди Глоб». Наверное, самая крутая гонка во всем мире, не побоюсь сказать, наравне с гонкой «Оушен Рейс», бывший Volvo Ocean Race, но Венди Глоб гоняются в одиночку, а Volvo Ocean Race гоняются командой. И Венди Глоб – это гонка без остановки, а Volvo Ocean Race имеет несколько остановок на пути. Гонку Венди Глоб гоняются в моноклассе Аймока 60. И гонка Golden Globe Race, о которой я уже говорила, и которая была возобновлена сэром Робином Нокс-Джонсоном в 2018 году, и которую он планирует сделать регулярной. Эта гонка также проходит вокруг света. Разрешено сделать одну остановку, но на этой остановке вы не можете сойти на берег, то есть можно встать только на якоре в гавани, и ваши помощники, ваши ассистенты могут к вам подойти на лодочке. Я даже не помню, можно ли там, чтобы они зашли на борт. По-моему, нельзя. То есть нельзя, чтобы они помогали хоть с какими-то починками. Но, по крайней мере, вы можете немножечко передохнуть и увидеть родные лица. В этой гонке участвуют яхты старого типа. И в этом есть небольшая опасность, поскольку такие яхты, поскольку сейчас уже с развитием технологий, естественно, яхты были оптимизированы гораздо лучше для прохождения тяжелых условий в Южном океане,
А яхты старого типа по-прежнему являются все-таки опасными. В этой гонке в 2018 году участвовал наш соотечественник, россиянин Игорь Зарецкий. И хотелось бы упомянуть еще такую гонку, как Silver Rudder. Эта гонка не французская, но эта гонка самая многочисленная по количеству участвующих шкиперов. Естественно, гонка в одиночку, вокруг гонка в Дании, вокруг острова. Дистанция у нее не очень большая, там, по-моему, всего около 130 миль, но участников, ограничение по количеству участников 400. 400 лодок выходит на старт в разных группах, там есть разные стартовые группы, разные зачетные группы, но 400 лодок на старте, это, конечно же, впечатляет. И все эти места, все 400 мест разбирают примерно за один месяц. То есть, чтобы попасть на эту гонку, нужно еще вовремя успеть заявиться. Эта гонка как раз не очень далеко от нас, от Санкт-Петербурга, и, в принципе, по ее категории каждый из нас мог бы поучаствовать. Итак, мы подобрались к рекордам скорости. Рекордов скорости организуется в мире достаточно много, ставится достаточно много. Это рекорды на разные дистанции для разного количества экипажа на борту, от лодок с полным экипажем до одиночных. И все еще делится на количество корпусов, то есть это корпусные яхты, многокорпусные. И также есть, естественно, рекорды в таких дисциплинах, как кайтсерфинг и прочее, прочее, прочее. Так вот, сейчас рекорд скорости вокруг света принадлежит французу Франсуа Габару. На момент установления рекорда ему было 34 года, и совершил он его в 2017 году за 42 дня 16 часов 40 минут и 35 секунд. Вот, это действующий рекорд скорости вокруг света без остановки. Что же можно сказать о россиянах во всем этом великолепии офшорного паруса? Мы говорим в этой лекции в основном о гонках, но, конечно же, мне бы очень хотелось упомянуть Евгения Гвоздева за его упорство и его стремление, его жизнь с парусом. Евгений не участвовал в гонках, он был кораблестроителем-любителем, путешественником, и за свою жизнь он совершил две кругосветки, начал третью, во время которой погиб. Евгений построил свои яхты самостоятельно, фактически из подручных материалов. Яхты были очень маленькие. Самая большая из них, по-моему, была 5,5 метров. И на этих яхтах он ходил вокруг света. Следующим хотелось бы упомянуть Виктора Языкова, который родился в 1948 году и за свою жизнь уже прошел три кругосветки в гонках. Виктор участвовал в гонке Around the Lawn, где занял четвертое место на яхте, которая технически уступала его соперникам. И после этого он построил экспериментальную яхту «Дочь ветра», которая оптимизирована таким образом, чтобы идти самостоятельно, без автопилотов, используя ветер, паруса, форму корпуса, стабильно удерживаясь на курсе. Яхта оптимизированная под одиночные плавания. И последней кругосветкой Виктора была кругосветка в 2018 году. Она началась в 2018 году, завершилась в 2019. По сути, он шел вместе с участниками Golden Globe Race. И прошел эту дистанцию вне зачета, естественно. Стартовал он немножко в другом месте, финишировал на Канарах, но обогнул земной шар еще один раз без остановки, совершенно сам, совершенно один. Игорь Зарецкий из Ярославля. Игорь – единственный из россиян, победитель Chichester Challenge Race в 2010 году. Chichester Challenge Race.
Jester Challenge Race – это преемник знаменитого Остер, о котором мы говорили в самом начале. Гонка через Атлантику против преобладающих ветров. И это такая штормовая гонка для сильных духом. Также в этой гонке участвовали другие россияне – Михаил Солдатов и Алексей Федорчук. Игорь же не остановился на этом достижении и замахнулся на одиночку Golden Globe. В 2018 году он стартовал, но был вынужден сойти, не смог дойти, был вынужден сойти после остановки в Австралии из-за окончания финансирования его проекта. И участники регаты «Мини-Трансат». Наши россияне. Первым в мини-трансат участвовал Юрий Фирсов в 2015 году. И в 2019 году на старт вышли мы, петербуржцы, Федор Дружинин и я. При этом Юра и Федя смогли закончить гонку, успешно дошли до финиша. Мне это не удалось, я во время гонки сломала мачту. Итак, чтобы участвовать в океанских гонках, конечно же, нужно соблюсти некоторые условия. Что же все-таки нужно? Чтобы быть допущенным, нужно предоставить какие-то документы о вашей квалификации, о ваших знаниях, о ваших умениях, помимо того, что у вас, конечно же, должна быть лодка. Итак, это сертификат об успешном окончании курса первой медицинской помощи, сертификат о прохождении курса выживания в море, Sea Survival, страхование гражданской ответственности необходимо, и личные медицинские документы в каждой гонке, в зависимости от ее сложности, в зависимости от ее категории, шкиперы должны проходить определенные стресс-тесты и предоставлять определенные данные о их физической готовности, о состоянии их организма. И, конечно же, свою яхту нужно привести к должной категории. Океанские гонки в основном проводятся по категории 1 или 0 специальных правил и имеют особенные требования к конструкции яхты, об этом можно почитать в официальных документах. Так, яхта должна быть, в общем-то, сконструирована определенным образом, иметь определенное количество краш-боксов, то есть герметично закрытых отсеков, иметь определенные высоты комминксы, иметь, ну, в общем, разные-разные требования к постройке и дизайну. А также необходимо взять все спасательное оборудование, которое подлежит по категории. Вот на этой картинке у меня приведено спасательное оборудование для класса мини, то, что требуется для трансатлантической одиночной гонки. Ну и, конечно же, нужно знать основные правила безопасности, основные правила безопасного нахождения на палубе, то есть все время быть в жилете, все время пристегиваться, и знать, как действовать в случае, если все-таки произошла авария, и каким образом ваше спасательное оборудование может быть активировано, и каким образом вы должны вести себя, когда вас придут спасать спасатели или другое судно. Кроме того, необходимо пройти квалификации. Для каждой регаты это какие-то свои квалификации, подтверждение вашего опыта, подтверждение того, что вы вместе со своей яхтой прошли достаточное количество миль, что вы ее знаете, что яхта ваша надежная, и что вы себя достаточно хорошо и уверенно чувствуете в одиночку и не запаникуете, не спасуете. Вот на примере мини-трансат мы должны проходить квалификации в сумме на 2500 миль вместе с яхтой. Из них в гонках календаря 1500 миль. Это могут быть разные гонки с определенными условиями. А также одиночное квалификационное плавание на 1000 миль без остановки. При этом выполните определенные задания по астронавигации, то есть каждый из одиночников должен уметь найти
свое место по Солнцу, иметь на борту секстант, уметь сделать все пересчеты и калькуляции и построить все это на карте, чтобы определить примерно свою точку нахождения. А также мы должны уметь принимать прогноз погоды по обычному коротковолновому радио. И обо всем этом мы сдаем отчет в Класмине, чтобы получить допуск к вот этим вот океанским гонкам. На картинке история, схема моих квалификаций к гонке мини-трансат. И, конечно же, самое важное, о чем заботятся все шкипера во время гонок, о чем заботятся организаторы гонок, это безопасность. Ведь чтобы прийти на финиш первому, нужно в первую очередь прийти на финиш. Вот так вот примерно выглядит Атлантический океан с точки зрения программы, которая наблюдает за всеми судами в мире. В общем и целом кажется, что судов достаточно много, и не протолкнуться, и в общем и целом кто-то тебя обязательно спасет. Но на деле это не совсем так. На самом деле, когда ты идешь через Атлантику, очень часто ты сутками не видишь абсолютно никого. А та рация, которая есть у тебя на борту, рация VHF, добивает всего лишь максимум 25 миль. Поэтому, если что-то случится, возможно, что к тебе на помощь прийти и не смогут. Но на всех классах, за исключением класса мини, разрешается пользоваться спутниковым телефоном. Поэтому, в общем и целом, получить помощь яхтсмены в беде могут. Они могут оповестить организаторов, могут оповестить координационный центр с помощью того оборудования, которое есть у них на борту. Например, есть специальные буи и ПИРП, спутниковые буи, нажав тревожную кнопку, на котором вы начинаете передавать сигнал в координационный центр, и центр уже организует спасательную операцию с участием ближайших к вам судов. Вот. Поэтому, с одной стороны, нужно понимать, что, скорее всего, так или иначе, кто-то к вам на помощь сможет прийти. С другой стороны, что помощь это может... Помощи вы можете ждать достаточно долго, потому что на организацию, на то, чтобы дойти, всем нужно время. Организаторы кругосветных гонок также сейчас просчитывают ледовую обстановку, потому что самая большая опасность во время гонок – это столкнуться с чем-то в воде, столкнуться с какими-то плавающими объектами. И если избежать столкновения, предотвратить, увидеть заранее столкновение с какими-то контейнерами или другими крупными плавающими объектами в теплых морях, возможно, не представляется, то ограничить зону с айсбергами – это в силах организаторов. Поэтому сейчас в таких вот гонках вокруг света, как Венди Глоб и Голден Глоб Рейс, есть ограничительные зоны, которые обозначены организаторами, и данные которых выдаются каждому яхтсмену. Заходить за ограничительную линию нельзя. Таким образом минимизируется встреча яхтсменов с айсбергами, чтобы избежать поломок, избежать трагических событий. Ну и, конечно же, если все-таки произошло что-то серьезное с вами, то спасатели обязательно прибудут. Сейчас практически нет уже смертельных случаев во время одиночных гонок, во время кругосветных гонок. Раньше это случалось. Сейчас организация безопасности на более высоком уровне, оповещение на более высоком уровне, и сами яхтсмены знают о поведении, об этих случаях гораздо больше. И перед каждой крупной гонкой, перед каждой океанской гонкой мы проходим брифинги, специальные брифинги с участием пилотов, с участием тех людей, которые организуют. И они рассказывают нам о тех нюансах, которые они видят с их стороны. Но случается такое, что все-таки шкиперам
приходится ждать. Вот здесь, например, на этой картинке шкипер Аркема после гонки Рудером, во время гонки Рудером, который перевернулся на своем тримаране, ожидает спасателей. Он ждал спасателей сутки. Он, естественно, не просидел сутки на своем тримаране, он был внутри, а наверх вылез, чтобы, когда уже услышал приближение вертолета. Гонка мини-трансат. Гонка мини-трансат – это гонка в самом маленьком океанском одиночном классе, классе мини. Эта гонка стартует каждые 2 года из Франции, делает остановку на Канарских островах и дальше отправляется на Карибские острова. Сейчас на схеме вы видите гонку, которая должна состояться в 2021 году. Этой гонке уже больше 40 лет. И каждый раз, с каждым годом, численность шкиперов, которые хотят принять в ней участие, все больше и больше. В 2019 году у нас было 90 допущенных человек, а в классе каждый год гоняются около 300, может быть, даже 500 человек в разных гонках, в разных официальных мероприятиях сезона. В общем и целом, шкипера за гонку проходят больше 4000 миль, а это почти 8000 километров. И тратятся на этот путь от 20 дней до месяца. Месяц в одиночку на маленькой яхте. Яхты класса мини длиной всего 6,5 метров, шириной 3 метра, высота мачты 11 метров. И они развивают скорость, ну, на моменте до 20-23 узлов, а в среднем могут идти 12-15 узлов постоянно. Это очень быстро. Яхты имеют огромные паруса, и чтобы вести яхту с максимальной скоростью и при этом безопасно, от шкипера требуется большая достаточно концентрация и большие знания по управлению, большой опыт. Именно поэтому, чтобы попасть на регату мини-трансат, мы проходим так много квалификаций. Чтобы не оказалось, что в середине океана мы не знаем, что дальше делать, и чтобы мы не попали в какую-то ситуацию, с которой не можем справиться. Спим мы примерно по 20-30 минут за раз, но это не значит, что как это, 20 минут спим, потом 40 минут бодрствуем. Не совсем так. Во время выхода сразу после старта обычно времени поспать нету, это постстартовый адреналин, соперники рядом, ты пытаешься выжимать из яхты как можно больше скорости, также близость берега, какие-то опасности. Поэтому, как правило, первые сутки никто не спит, может быть, даже первые полутора суток. Потом ты начинаешь спать, на 20 минут ставишь будильник, будильник звенит, ты вылезаешь, смотришь, все ли в порядке. Если все в порядке, можно поспать еще 20 минут. Проснулся, проверил, еще 20 минут. И таким образом можно накопить час-два. И, в общем и целом, достаточно быстро входишь в такой режим. Тренировки он не требует. И дальше твое плавание проходит более или менее комфортно в этом режиме. Питание достаточно, с одной стороны, ограничено, потому что никакой посуды у нас нету, а используем мы для разогрева еды простейший, можно сказать, примус. Но, с другой стороны, питание очень сбалансированное. Это питание уже предподготовленное, которое нужно просто разогреть. Оно уже содержит в себе необходимое количество всех элементов и питающих веществ для одного приема пищи. Итак, чтобы подготовиться к гонкам, наверное, вообще к любым гонкам, а в первую очередь к одиночным гонкам, нужно подготовить свою лодку. И коль скоро ты шкипер-одиночка, то нужно научиться действовать самостоятельно в любой ситуации. Нужно уметь делать все. И о своей лодке тоже нужно знать все. Так мы можем подняться на мачту самостоятельно, используя такое вот оборудование для скалолазов. Не можем подняться на мачту на ходу под парусами. Мы должны уметь выполнять такие важные работы, заплетать веревки, и этому тоже всему мы учимся в процессе.
мы должны заботиться о своей лодке, о ее состоянии, чтобы в какой-то момент она нас не подвела. И мы должны подготовить себя. Для себя, чтобы чувствовать себя уверенно, я обозначила три основных этапа. Теоретическое обучение, подготовка – это все те знания, которые мне нужны, чтобы выполнять задачи по навигации, по лоции, чтобы знать все о тех районах, в которых я хожу, чтобы понимать людей, с которыми я говорю, я учила иностранные языки, и чтобы пройти свой маршрут не только безопасно, но и максимально быстро – это знания по гоночные знания. Дальше был материально-технический этап. Это мое время, проведенное с моей лодкой, изучение ее особенностей, ее скоростных режимов, изучение оборудования, радиооборудования и постоянный мониторинг, что все мои системы находятся в рабочем состоянии. И тренировки, время, проведенное на воде с моей лодкой, это гонки, квалификации, опыт в разных-разных ветровых условиях, от штилей до штормов. И для себя я выделила такое правило работы и отдыха на лодке во время гонки. 4 французских R. Ротаж, регляж, ранжеман и репозе. То есть первое, о чем заботится каждый яхтсмен, это проверяет во время гонки, проверяет, все ли в порядке с местом нахождения и курсом, то есть он знает, что он находится в безопасном районе и знает, куда он идет и почему он идет этим курсом. После этого мы заботимся о настройке парусов, чтобы идти как можно быстрее. После этого приводим в порядок все на нашей яхте, все в кокпите, все веревки разбираем, чтобы все было готово к дальнейшим маневрам. И если все это сделано и все в порядке, то можно отдохнуть, и сразу нужно отдохнуть, то есть поесть или поспать. Вот эти вот наши 20-30 минут. И организация питания и сна выглядит вот таким вот образом на моем мини. Это простой джетбойл, ну, типа примуса, где я разогреваю еду или разогреваю пол-литра горячей воды. С помощью этой воды я могу развести уже готовую сублимированную пищу, либо могу согреть стерилизованную пищу, то есть что-то уже готовое и запаянное в вакуумный пакет. И на моей лодке есть вот такой вот будильник, как на картинке в правом углу. Благодаря этому будильнику я никогда не просплю, потому что пищит он очень-очень-очень противно и выставляется поминутно. На нем невозможно выставить больше, чем 90 минут. Поэтому больше 90 минут я точно не буду спать, даже если захочу. И чем, собственно, хорош класс мини? Тем, что он дает полноценные знания, такой вот пилотный проект для одиночника от самого начала до конца. И для меня участие в классе мини, двухгодовое участие, стало такой некой школой океанских гонок, которой я очень-очень благодарна, потому что я, в общем-то, имела опыт на тот момент, когда начала заниматься одиночным парусным спортом. Но понятно, что еще не чувствовала себя достаточно уверенно, и благодаря прохождению вот этой вот школы, шаг за шагом, я смогла понять очень многое, узнать очень многое. И, наверное, и жизнь моя, и образ мышления очень сильно поменялись в процессе этих 2 лет. Для того, чтобы запустить такой вот проект мини, для того, чтобы отгоняться эту гонку, конечно же, нужны деньги. И, конечно же, мне пришлось искать партнеров и спонсоров, мне пришлось представлять свой проект, мне пришлось работать над продвижением, делать все самостоятельно, то есть пришлось стать менеджером проекта, мне пришлось стать самой для себя фотографом, самой для себя видеооператором, самой для себя видеомонтажером, пришлось стать самым менеджером и продвигать свои социальные сети для того, чтобы рассказать о том, что это существует, поделиться опытом, для того, чтобы привлечь новых партнеров. Пришлось стать собственным тренером,
выгонять себя пинками на дистанцию, выгонять себя на тренировки, заставлять себя отрабатывать те или иные маневры. Пришлось стать для себя навигатором, стать для себя оператором VHF-радистом, пришлось стать самой для себя метеорологом и самой для себя техническим работником по работе с матчастью. Мне очень сильно помогали во всем этом мои друзья, помогали, поддерживали советом, поддерживали, приезжали ко мне, помогали обустраивать мою лодку. И за это я им очень-очень сильно благодарна. Но класс мини заставил меня изучить так много профессий, что сейчас мне кажется, что я могу делать практически все. Мой мини-трансат, как я уже сказала, закончился для меня не очень удачно, несмотря на все вот эти вот вложенные усилия, несмотря на всю поддержку людей, которые я получила. В середине Атлантики я сломала мачту, так уж получилось, и мне пришлось эвакуироваться с лодки. Но это не стало для меня полным поражением. Я, наверное, склонна считать, что этот мини-трансат по всему вот тому опыту, который я уже получила, о котором я уже рассказала за вот эти два года, он дал мне еще больше опыта, чем любому другому шкиперу. Он дал мне реальный опыт вот этого вот выживания. Когда я сломала мачту, я должна была справиться с этой ситуацией, я должна была восстановить, сделать аварийное вооружение. Я это сделала, я должна была разобраться с собой, я должна была принять и пережить эту ситуацию, и должна была принять дальнейшие решения. В моем случае до ближайшего берега было 1200 миль, когда я сломала мачту, и передвижение вот таким вот аварийным вооружением было достаточно медленным, и был большой риск того, что я не дойду до берега, что меня начнет уносить куда-то еще, потому что, по сути, лодка дрейфовала по ветру и волне. И я приняла решение покинуть лодку, и судно сопровождения, катамаран сопровождения, меня снял через трое суток после крушения. Но это все вселило меня гораздо большие силы, потому что теперь я знаю, что моего опыта достаточно, его еще больше, чем у любого, кто просто прошел мини-трансат. И также я смотрю на старших товарищей из более старших классов, с класса IMOCA, класс 40, и тех же бывших яхтсменов из класса мини. Для многих из тех, кто сейчас в топе, для многих из тех, кто сейчас побеждает, трансат был тоже, первый трансат был трагичным. Очень многие были в такой же ситуации, как я. И самое важное — эту ситуацию прожить, перебороть и идти дальше. И, в общем, хватит о моем опыте. О моем опыте вы можете посмотреть у меня на канале YouTube, там достаточно много видео. Сейчас давайте поговорим об опыте женщин в парусе, в океанском парусе вообще, потому что опыт этот был очень непростым. Конечно же, мужчины и женщины очень разные, разные и психологически, и физиологически, но женщинам пришлось отвоевывать свое право ходить под парусом, отвоевывать то, чтобы на них смотрели и воспринимали их серьезно, как серьезных соперников. И, наверное, первой, кого надо упомянуть в списке величайших женщин-яхтсменок, это Трейси Эдвардс. Трейси англичанка, родилась в... Семья у нее была достаточно счастливая, и Трейси в возрасте около 20 лет отправилась путешествовать, путешествовала с друзьями, находила новых друзей на яхтах, и в какой-то момент попала в команду Whitbread, она была коком, и после этого сказала: «Я хочу свою чисто женскую команду». Сказала и сделала. На пути у Трейси было очень много препятствий, было очень трудно выбрать лодку, было очень трудно собрать команду
гонка Whitbread – это то, что сейчас называется Ocean Race, Volvo Ocean Race. Все начиналось тогда, называлось Whitbread. После истории Трейси сейчас уже снят фильм про их команду Maiden. Этот фильм доступен на английском языке в прокате, и очень скоро он будет привезен в Россию. Мне сказали, что в августе будет первый официальный показ в России. Я этот фильм уже посмотрела на английском, и очень хочется сказать самое главное, о чем говорили все девушки из команды уже сейчас в этом документальном фильме. Это то, что им было очень тяжело бороться с мужчинами, потому что их никто не воспринимал всерьез. Все на них смотрели, и никто не верил в то, что они смогут финишировать хотя бы в одном из этапов этой гонки. Девушки смогли выиграть 2 из 6 этапов в своем дивизионе, хотя это было очень непросто, и психологически, особенно для Трейси, вот это вот все давление далось очень-очень непросто. Они смогли это перебороть и открыть путь для женщин в большой парусный спорт. Эллен МакАртур мечтала о парусном спорте, об одиночных гонках, океанских гонках с самого детства. Она на сэкономленные от завтраков деньги купила маленький швербот, когда была еще совсем ребенком, подростком, и очень долго сидела в нем в своем саду, представляя, как она идет по волнам. Самой первой одиночной гонкой в ее карьере стала регата «Мини-Трансат» в 1997 году. И на эту регату Эллен собирала деньги достаточно тяжело. Она написала больше 1000 писем, как она говорит, написала более 1000 писем потенциальным спонсорам. После того, как она смогла пройти эту гонку, финишировала в гонке «Мини-Трансат», она смогла получить спонсорство и участвовать в гонке «Венти Глоб», которая заняла 2-е место, доказав, что женщины могут быть вполне конкурентоспособны и сильными наравне с мужчинами. В 2005 году она установила рекорд скорости вокруг света в одиночку. Для этого был построен тримаран B&Q Castorama специально для этого рекорда. Эллен МакАртур получила очень много наград, французских, британских, и была пожалована в дамы командоры, это как сэр, только дама, и была введена в зал славы ИСАФ. В честь нее даже был назван астероид. В 2009 году Эллен объявила о своем в окончании своей парусной карьеры и сосредоточилась на вопросах использования ресурсов и энергии в глобальной экономике. Сейчас Эллен под парусом не видно. Но она проделала огромный путь от своей мечты и показала необычайную стойкость и необычайную целеустремленность. История Дикафари немножечко другая. Это тоже англичанка, и она начала заниматься парусным спортом в достаточно сознательном взрослом возрасте. До этого была учителем в школе. Ди первой из женщин обогнула земной шар без остановки против течения, то есть против основного направления движения. Не как мы говорили, с запада на восток, а с востока на запад. То есть прошла очень-очень тяжелые условия в Южном океане, в районе мыса Горн. В 2009 году участвовала и финишировала в кругосветной гонке «Венти Глоб». Итак, Ди стала единственной женщиной, первой женщиной, которая обогнула земной шар под парусом в обоих направлениях, в одиночку и без остановки. В 2014-2015 году была организована женская команда SCA. Это была вторая женская команда в истории гонки Whitbread Volvo Ocean Race, The Ocean Race, как она сейчас называется, и Ди в ней участвовала. И в последнем выпуске гонки Volvo Ocean Race Ди была шкипером смешанной уже команды Turn the Tide of Plastic. Саманта Дэвис, англичанка, она также начала свою профессиональную парусную карьеру с гонки «Мини-Трансат». Саманта прошла
огромное количество одиночных гонок, трансатлантических гонок, гонок double-handed, гонки вокруг света Жюль Верн с 2003 по 2018 год. И в 2009 она финишировала в кругосветной гонке Vantiglob, финишировала третьей, но заняла всего лишь четвертое место из-за пенальти, из-за временного штрафа. В 2012-2013 году в следующей своей Vantiglob потеряла мачту. И Саманта собирается участвовать в Vantiglob в 2020 году, которая стартует вот-вот. Саманта была шкипером вот той вот команды, женской команды SCA в гонке Volvo Ocean Race в 2014-2015 году. Команда SCA – это полностью женская команда выпуска 2014-2015 года. Это первая полностью женская команда после успешного выступления Трейси Эдвардс. То есть с тех пор женщины в гонке вообще не гонялись, практически не гонялись. В 90-е годы было несколько женщин в составе экипажей, но чем больше развивалась гонка Volvo Ocean Race, чем больше требовалась физическая сила, тем меньше девушек брали на борт. В 2014-2015 девчонок собрали всех вместе снова и выпустили против мужчин. И об этом у нас будет не очень длинный фильм в конце лекции, который вы сможете посмотреть, не выключайтесь сразу. Также можно упомянуть таких девушек, как, например, Лаура Дейкер. Это самая молодая яхтсменка, которая обошла вокруг земного шара под парусом. И таким образом она установила рекорд. Так, самая молодая океанская путешественница. Потому что, конечно же, это были не гонки, это было путешествие. Об этом Лаура написала книгу, и об этом есть очень много материалов в интернете. И за право совершить это путешествие Лауре и ее родителям тоже пришлось бороться, потому что по законам тех государств, гражданки которых она является, отправиться в это плавание она не имела права, и родителям пришлось бороться. В общем, родители во всем Лауру поддерживали, и благодаря им ее путешествие состоялось. Оно продлилось 519 дней, и полностью... Я думаю, что полностью изменила Лауру и сделала ее сильной и уверенной в себе девушкой. В мини-трансат каждый год участвует примерно 15% всех участников – это девушки. В 2019 году на старт вышло 8 девчонок. Но во Франции я могу сказать, что никто уже давно не разделяет вот так вот жестко девочек и мальчиков. То есть во Франции, гоняясь в этом классе, мы полностью чувствуем себя на равных с парнями. Там нету никакого снисхождения, нету никакого женского зачета отдельно. Все равны, и французы считают, я думаю, что закономерно считают, что у каждого из нас есть какие-то свои сильные и слабые стороны, и достичь успеха, достичь победы может так или иначе каждый, независимо от своего пола. В 2020 году на старт одиночной кругосветки Vantiglob собирается выйти 6 женщин. Уже заявились и уже как-то прошли отборы, прошли квалификации и получили место на старте. Среди них есть Кларисс Кремер, которая заняла второе место в мини-трансат в 2017 году. И Сэм Дэвис, о которой мы уже говорили, и о которой еще будет целое кино после нашей лекции. На этом мы заканчиваем. Большое спасибо, что смотрели нас. Спасибо благотворительному фонду «Свет Дети». И желаю Саше скорейшего выздоровления. Пока-пока! My name's Sam Davies. I'm an offshore racing sailor, and some of the results I'm most proud of, I guess, finishing fourth place in the Vendée Globe in 2008-2009,
skippering Team SEA in the Volvo Ocean Race, and right now I'm the skipper of a French project called Initiative Cœur, which is an IMOCA 16 I'm building up for the Vendée Globe this year, 2020. I started sailing with my family when I was really little. I think the first time I was on a boat, I was 2 weeks old. And so sailing's always been in my life and part of my, I guess, part of my routine. And but very much to start with as leisure sailing and cruising and family holidays. And I started racing about when I was a bit older. So my first Vendée Globe was in 2008 and I was racing on a boat called Roxy. For me, it was a big step in my career and my sailing career. And for a long time, I didn't even want to do the Vendée Globe because I didn't feel like I was ready to do it properly. And then when Roxy offered me the job to skipper the boat, that was when I realised I was ready. And I'd already raced 4 solitaire seasons in the Figaro class, and I'd raced a mini Transat, and I figured I had enough experience to actually do it and be competitive and have fun all at the same time. So I think one of the biggest memories that will always be there is sailing out of Les Sables d'Olonne with the millions and millions of people lining the each side of the canal. And going out onto that start line, it's just an amazing, amazing experience. Not knowing what's ahead of you, really. I'd already raced around the world with a crew on a catamaran, so I'd seen some pretty amazing and scary stuff in the Southern Ocean before, but I'd never been around the world on my own before. And I remember that memory is sailing out of the Channel, the Les Sables d'Olonne Canal, thinking, is this going to be the next time I see land? And is it going to be here, or where is it going to be? And where am I going to see that bag that I just packed this morning? And that's a kind of just to define the sort of the question marks you have in your head when you leave. You just have no idea what is ahead of you. You know the weather for the next 4 days, and then that's it. And it's it's an incredible feeling. The things that stick in my mind, and I think again, the symbols and of the race in itself, and I just remember sailing around Cape Horn for the first time in my life, and that was a pretty amazing moment. And I think it's just also the symbol of a celebration of making it through the Southern Ocean on your own, and all the things I'd achieved, overtaking so many boats in the Southern Ocean and coming out in a pretty good place as well to sail up the Atlantic. The scariest moments in that race was when Jan broke his leg. I have another friend who I went to university with who had the same break, and he actually lost his leg in the injury, and he was very close to a very good hospital at the time. So I knew how serious the situation that Jan was in was, and that his life was in danger. So when I got that call, I guess it's a phone call that you dread, that you never want to hear, is when the race organisers call you to go to rescue somebody else, one of your fellow competitors, because you know that could have been you. And I think that's the first thing, is it's a harsh reminder of the fact that we're not invincible and this race is dangerous. And what had happened to him could have happened to any of us. I was just trying to do anything I could to help him, and there's not much we can do because I was a long way away, but I was the second nearest skipper to him. So myself and Mark Guillermo changed course and headed as quickly as we could to stand by Jan whilst he was waiting for the Australian Navy to come. The vast majority of the race course, the nearest rescue is a fellow competitor. So if something happens, you know that you're quite likely the first person to get to help somebody. And I remember sailing so fast, and I remember then Denis, the race organizer, race director, phoning me up, actually telling me to slow down because he was scared at the speeds I were doing, that he was scared I was going to break something because I was in such a rush to try and get to help Jan. But in that time, I just remember discovering a new gear for my boat and for me. And yeah, I was going to rescue Jan, but actually I just remember being the exhilaration as well of sailing so fast for 24 hours and suddenly discovering that I could go even faster than I thought. And I gained a lot out of that afterwards, because from that moment on, I found this new gear on my boat and I sailed a lot faster and overtook people afterwards. I just loved the Whitbread Around the World race, and for me, that was my dream race. And then the way my sailing evolved meant that I actually missed quite a few opportunities to go and do the Whitbread or the Volvo, and I ended up racing around the world on 2 different races completely, the Jules Verne Trophy and then the Vendée Globe, and I still hadn't done
a Volvo Ocean Race, and it wasn't until 2014 that I got the opportunity with Team SCA. When we got together with Team SCA, we suddenly realised that we had an amazing bunch of sailors and world champions and Olympic athletes and around the world sailors, and we were on this boat, and there was just this one massive thing missing, and it was massive, and it was the experience, because not one single woman had done the race for 10 years, and it wasn't the same race 10 years ago, and all the guys had just gained this experience and moved forward and left us totally behind, and that was the frustrating part of being an all-women crew at that time in 2014, because it was just so, yeah, glaringly obvious that we'd just been left behind. At the same time, then you were like, thank goodness we've put this together, and yeah, it's going to be hard for us and it's going to be a struggle, and we're playing catch up all the time, but thank goodness someone has decided to change the rule to make it fairer. So we had 11 crew members instead of 8, because we were an all-women crew, and so the weight of muscle on board was similar, and so that meant that we could actually be competitive again. And so thank goodness someone backed us, someone changed the rules to make it possible for women to be there again, and then that started this, I guess, new momentum towards something that's even better now with the new Ocean Race rules that have evolved since then. I learned a lot when I did the Volvo Ocean Race, and a lot about being a skipper and being a leader, and how much time and energy you have to devote to the leadership role when you're on board. I think the one thing that I remember that really surprised me to start with, or the big difference, I've been so used to sailing on my own and making decisions for myself, and so when I made stupid decisions, it was just me that lost places. As a team, whenever we make a mistake, it's a mistake that everybody collectively pays for, and that's really hard. So whenever I made a mistake, I found that really hard to give the consequences of my error to the rest of my crew, and they didn't necessarily deserve that. But at the same time, that's part of being a team, and everybody, I think everybody had the same feeling. But I think the big thing that I suddenly realised was I was responsible for 10 other lives. And my main objective for every leg was to get my boat and my crew across the finish line in one piece. And that's, again, a reminder, you have to remember that this is a dangerous race. The Volvo and the Vendée are so different in some respects and so similar in others. They're raced in similar types of boat. When I raced the Volvo in 2014, we were racing the Volvo 65, so they're just 5 feet longer than an Imoca 60. Having said that, they're quite a lot heavier machines, and weight wasn't an issue because everybody had the same boat, so they'd been built a bit more, I guess, a bit tougher and a bit more solid, and so you didn't have to worry so much about breaking things, and you could really push the boat hard in the Volvo, and you knew that the boat was going to look after you as well because it was big and it was solid. And obviously in the Vendée Globe you're racing single-handed, so you don't drive the boat very much. You have a really good autopilot that drives the boat, and that's right now that's part of the really latest technology, and some of the differences between the top guys and the guys who don't go so fast is the autopilot technology. In the Volvo you don't have that at all, so in a Vendée we're racing our boats driven under autopilot, but night and day, as fast as we can, but we can quite happily be inside the boat fast asleep, and the boat is hooning along. We have a remote control that controls we can change the course with a touch of a button. It's normally strapped around our wrist or around our neck, and most of the sheets that are important are led into the companionway hatch, so you can ease a sheet without going out on deck and putting yourself in danger. So if you have a big wipeout, you can kind of sort things out, or calm everything down a bit before you put yourself in danger on deck. In the Volvo, you're driving 100% of the time, and you've got people on the sheets easing and trimming, and so you're driving the boats to 100% of their potential all the time. Generally, you have more quality rest on a Volvo than you do in a Vendée. On a Vendée, you're not out on deck so much, but you're on standby all the time. So it's rare that you actually take your gear off. You're sleeping pretty much in
in wet gear. Quite often the luxury bit is you get to take your waterproof trousers down and put them around your ankles, but you still got your boots on, and that's how you sleep. And sleep is a lot shorter, and you sleep more often, but in shorter blocks of time. The new technology in the Mocha 60 are these foils, and now the foils are growing because the last Vendée Globe proved that it's possible. The top three boats, the three boats on the podium, were all foilers in 2016. We've proved that it works, that it makes the boat go faster on average around the world, and so now we're in the next generation where. Prior to that, the boats were designed to sail with or without foils. Now we can see the hull shapes are changing, and the new boats are designed to be optimised for foiling. So that means if they don't have their foils, then they're slow. And so I guess one of the big subjects for the next Vendée is you've got to keep your foil in one piece, because if these new boats, if they don't have a foil, the race is basically their performance is over. So that's a tough one, I think. And especially now there's things floating in the water, we're going faster, so impacts create more damage because of the speed we're going at. So there's a bit of, Russian roulette about that. Although having said that, we now have cameras and infrared cameras on top of the mast, and we're actually detecting floating objects in the sea in front of us. And probably by the time we start the Vendée Globe, the technology of our autopilots will be actually able to react to what this camera is seeing and maybe avoid collision. So it's an amazing leap in technology that's not just on the foils themselves, but on kind of every aspect, every technological aspect around the boat. In terms of living on board, the life on board becomes a lot more difficult because generally we're going faster. The foils in themselves don't make the boats fly completely. So some of the waves, we actually managed to go over the top of some of the waves, and in some sea state, our foil is actually kind of like a shock absorber. And so in sometimes we actually slam less. But then other times, when you actually jump out the water and then the foil lets go and then you come crashing back down again, because we're not flying completely yet, there are some quite extreme landings that go on. And generally, because we're sailing at faster speeds, the movement, the vibrations on the boat are more intense, and you're pretty much hanging on for dear life all the time. Initiative Care is an amazing project, and it's pretty much unique in the fact that my sponsors support the charity that I support. And so even the name of the boat is not named after a sponsor, it's named after a charity. So the charity is called Mecenat Chirurgie Cardiaque, and it's a charity that helps young kids that are born with heart defects in poor countries that don't have the facilities to operate on them and save their lives. These young kids get helped by the charity by bringing them to France, and they get looked after with a host family for the time it takes to get their operation and for them to get better. And then they fly back to their country and go back to their families totally 100% healthy. And in most cases, they don't actually ever need to see a doctor or go to hospital again. And it's just an amazing charity that really does make a difference. And it's something that's so simple in developed countries this day and age. And it's so shocking that that's not available to everyone in the world. And for me, that's just, it's amazing that my sport and what I do at top level, and in a way, high level when you're an athlete and you do a sport at a level like this, it's quite a selfish world because everything's happening around you to try and make your performance the best and the safest that it can be, and everything is around you. And sometimes I say, well, I'm not a doctor and I'm not a teacher, and this is a kind of a weird job to have. And I know we inspire lots of people and we make dreams happen. And there's a lot of reasons why we do this. But for me to save lives at the same time as I'm racing around the world, there's nothing better than that, and it's concrete. So every time I do a big race, such as the Vendée Globe, we set off this campaign called Un Clic Un Cœur, which is one click, one heart. And for every new click, like, share on our social media, so on the Initiative Care Facebook page or Instagram,
then my three sponsors, K-Line, Vinci Energy and Initiative, they all donate €1 to the charity for every click, every share, every like. So you just have to click and then that's €1 in the pot. Well, €3 in the pot because I have three sponsors. And so it's as simple as that. And so it doesn't cost anything. So thank you, everybody who's watching. If you can share that message, pass the message on and make sure as many people click on my page during the Vendée Globe, then we're going to do a really big score and save lots of lives together.